Третий день в Орегоне. Второй день приключений. Первый трейл наш лежит Рамона Фоллс, да, называется? Рамона Фоллс, да. Рамона Фоллс. Водопад Рамона. Мы выбрали это единственным трейлом на сегодня, потому что 7 миль. Плюс. Он идет трейл. Это... Да, здесь были лошади явно. Трейл идет такой петлей. Трейл — это туристический маршрут. Трейл идет такой петлей. Вся петля 7 миль. Вот. В километрах это на 1,5, по-моему. Нужно умножить. Да? Это да. Да, получается плюс 3,5, то есть 10,5 километров. Вот. Не то чтобы много, но немало. Вот. Плюс здесь должен был быть мост. Мост сломан, поэтому через реку придется переходить вброд или по поваленному дереву. Хай. Вот, что осложнит нашу переправу и, возможно, задержит нас. Вот, но люди вот идут, возвращаются, то есть уже кто-то здесь ходил. Вот, похоже, что... Ну, лес очень красивый лес во все стороны. Чем-то напоминает карельский рельс, наверное. Да? Ай. Вот, чем-то напоминает карельский рельс. Да? Напоминает карельский лес? Напоминает Карелию. Да, здесь очень много мха. Вот, очень мшистое все, высокие деревья, хвойные в основном. Вот. В отличие от Карелии, здесь, если нам повезет, сейчас не видно, но выглядывает гора со снежной вершиной здесь рядом. Вот. В Карелии гор со снежными вершинами я не видел. Так, ну а Монополс это прямо. Вот. Да? Да. Вот. Табличка с надписью, что нам прямо.